вами незаметно подобрались непосредственно уже к Парижу. Напомню, что наша поездка называется «Знакомство», наша поездка групповая, и очень важно соблюдать в ней дисциплину в этой поездке. Поверьте, что очереди, пробочки встречаются всегда, но самым неприятным моментом это является опоздание. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, когда я буду объявлять время. Мы будем иногда покидать автобус, в том числе и во время обзорной экскурсии. Поэтому будьте добры, запоминайте то время, которое буду объявлять, и вовремя, чуть-чуть пораньше этого времени приходите, чтобы мы двигались дальше. Сейчас мы с вами ныряем в небольшой тоннель под дорогой, которая называется Периферик, периферическая окружная дорога вокруг Парижа. Париж сам город относительно небольшой по меркам столиц. 2,5